такое любовь? Любовь — это когда сердце замирает от вида человека, от его рук, дыхания. Любовь бывает разной. Ты любишь родителей, как Бога. Любишь друзей, как себя. И есть любовь к одному человеку, тому единственному, которого хочется видеть, слышать и не отпускать. Ты чувствуешь его прикосновение, и от этого мурашки. Первое время тебе трудно признать, что ты любишь, что ты влюблен. А потом все чаще и чаще хочется говорить, что ты любишь этого человека. У каждого человека в жизни бывало так. И у меня так случилось. Когда мне трудно было, я не могла понять, что это, как это называется, что я чувствую, что у меня внутри, в голове, на душе. И потом, оставаясь одна, я поняла, что люблю. Было трудно сказать, понять для себя это. Но в один миг я ответила так же. Просто. Я тебя тоже люблю. И сердце замирает в этот момент. Замирает от того, что наконец я это поняла. Я это осознала. Бывает больно, слезы, скандалы, ссоры. Без этого никуда. Но мечты, надежды о том, что будет дальше, все это убирает из головы. Начинаются мысли только о том, как в будущем тебе будет хорошо с этим человеком. Что ты хочешь всю жизнь провести с ним. Дети, свадьба — все это сказка. И ты живешь в этой сказке. И ты не хочешь, чтобы она заканчивалась. Ты не хочешь пробуждаться от этого сна. И ты понимаешь, что это наяву. Ты понимаешь, что это реальность, что ты нашла того человека, с которым очень трудно дышать. И что самое главное, этот человек — это дыхание. И ты понимаешь, что этот человек для тебя все. Твое сердце принадлежит уже только ему. Твои руки хотят всегда касаться только до него. Твои глаза хотят смотреть только на него. И когда его нету рядом, понимаешь, что происходит. Вот это, наверное, любовь. Самое яркое чувство, что ты можешь пережить в этой жизни.